Приветствую вас. С точки зрения психологии, профессиональной психологии, если мы говорим об этом, вам нужно взять несколько консультаций для того, чтобы детально поговорить о своем сновидении, чтобы разобрать каждый его элемент, чтобы определить, что конкретно для вас эти элементы значат, ну то есть вот с чем у вас ассоциируется джип, дава, да, пьесы, почему именно за 40 миллионов, то есть вот так достаточно много, дорого стоит автомобиль, вот, то есть вот это все нужно разобрать. Вот. И уже после этого, да, можно будет вам ответить, можно будет вам помочь и можно будет дать вам какую-то информацию. Вот. Если вы действительно хотите в своем сновидении именно разобраться. Не просто так получить какую-то вот, ну, интерпретацию психолога. Я думаю, что здесь у вас имеет социальный статус, материальный достаток, обвинение себя за то, что вы хотите чего-то, то есть подавление своих желаний имеет место быть, ну, обесценивание, вот, и идеализация других, идеализация социума и окружающих людей вокруг вас, мне так видят, вот, детальный анализ нужно проводить, еще раз повторю, в личной беседе анализирую каждый элемент. Ваши ассоциации. Вот, желательно в серии снов. То есть по одному сну ничего не сказать. Что для вас значит эти символы? Что для вас значит семья? Ну, совершенно очевидно то, что я вам сказал. Вот. На этом все, пожалуй, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.